где Мурманск стоит. А решим, давай первое селение передаемся с тобой, вон, пока без названия. Может быть, это расстояние наверное. Назовем его мертвыми шами. Есть. Этот новый. Это человек, который много сделал. Ракетоносец этот назовем именем Шеймиев. Это заслуживает, спасибо. Да. Это человек, который много сделал не только для Татарстана, но и для всей страны, для всей России. Большое спасибо. Ну и в сохранении завода, сейчас позвольте, я хотел бы поддержать ваше решение, выразить вам благодарность, потому что, конечно, завод находился в таком состоянии, что фактически стояла судьба его выживания. Илья Шарипович вместе с командой, тогда фактически программа 214 машины, помощь Страны Республики, если он в каком-то смысле, так сказать, дал вторую жизнь. Спасибо вам большое за это решение.